Еще одному участку стены на границе США и Мексики быть. Президент Дональд Трамп утвердил контракт на строительство почти 200 километров объекта в Техасе. Об этом он сообщил в Твиттере. При этом Трамп заявил, что финансировать строительство должны демократы. А для этого нужно, чтобы они прекратили шатдаун, то есть паузу в работе правительства из-за непринятого бюджета. Конгресс не успел вовремя его согласовать, из-за чего многие ведомства вынужденно приостановили работу. Без финансирования остались Госдепартамент, Минюст, Министерство внутренней безопасности, транспорта и многие другие. Заседание Сената, на котором и должны утвердить бюджет, намечено на 27 декабря.